Всем привет! Этот браслет очень экономный, вам понадобится всего лишь 50 резинок для него. Я назвала его гусеница, потому что он внешне похож на нее, но вообще вдохновили меня паракордовые браслеты. Получилось очень похоже на три шнура, как будто бы посредине идет один желтый шнур, и справа и слева он оплетен оранжевым, а спереди и сзади он оплетен розовым. Ну а здесь у меня другие цвета. Посредине белый и оплетен синими и розовыми. В этом видео я покажу вам вот этот первый вариант. Розово-желто-оранжевый. Нам понадобятся наши вилки. И крючок. Розовых и оранжевых резинок я взяла по 20 штук, а желтых 10 штук. Первая резинка у нас одевается на, так сказать, на половину вилок, то есть на последние зубцы, третий и четвертый зубец. И не забываем, что она одевается крест-накрест. Дальше мы взяли одну оранжевую резинку, свернули ее вдвое и одели только на одну вилку, на эти же зубцы. Нижний слой мы одеваем наверх, и обратите внимание, что я поднимаю его не над оранжевыми, как мы это всегда делаем, а я прошла под ними и одела на противоположную сторону. Вот что получилось. Оранжевую я также свернула вдвое, одела на против оранжевой, зашла под нее и оттуда достала желтую. Желтую резинку я одела на противоположную сторону теперь опять. Оранжевую я поднимаю наверх, на этот раз над желтыми, как обычно. Снова очередь оранжевой, свернули вдвое. И достали желтую не над, а под. Одели желтую на другую сторону. Так как сейчас здесь у нас оказалось сразу 4, мы сразу нижний слой поднимаем. И у нас остается 2, а розовые оказываются посередине. Снова очередь розовых. Ту, которую сняли, на ее место одеваем новую. Желтую подняли из-под розовой и одели туда, где у нас оранжевая. Здесь у нас, видите, сразу 4, значит, нужно нижний слой поднять. И поднять его надо не под, а над. То есть те резинки, которые у нас внешних цветов, внешние цвета это у нас розовый и оранжевый. Эти резинки берутся по двое и поднимаются над желтым.
Все почти готово, осталось только одеть застежку. Разделяем наши резинки поровну. У нас желтая посредине желтая, и на одной резинке две оранжевых, на другой две розовых, и мы их подняли так, что все осталось держаться только на желтой. На этом можно закончить. Я надеюсь, что урок оказался полезным для вас, что вам понравилось и что вы тоже попробуйте, и у вас все получится. Не забывайте ставить мне большой палец вверх, пишите комментарии и обязательно подписывайтесь и смотрите меня еще. Я с вами прощаюсь, до новых встреч, пока!